Ух, друзья, как же долго я ждал того момента, когда ко мне в руки наконец-то все-таки попадет флагманский аппарат HTC, модель One. И вот он, прямо перед нами, рядом с iPhone 5, и именно сейчас мы с вами проведем сравнительный обзор этих двух внешне похожих, но на самом деле очень разных девайсов, поэтому всем привет, и да прольется кровь, мы начинаем! И начинаем мы, как всегда, с дизайна. Наконец-то у iPhone 5 появился алюминиевый конкурент, что не может не радовать. Пластик уже изрядно достал, а вот металлический девайс в подавляющем большинстве случаев как ощущается, так и выглядит куда круче пластика. Собственно, и iPhone 5, и HTC One сделаны из цельного куска шершавого алюминия, и можно даже сказать, что обладают в некотором роде схожим дизайном. Если уж очень хочется придраться, то при желании задняя поверхность айфона чем-то может напомнить вам переднюю поверхность HTC One. Но это даже и хорошо, потому что оба девайса выглядят очень здорово. Я бы даже, наверное, сказал, что внешний вид HTC даже поинтереснее, чем у телефона из Купертино. Однако же, одна претензия у меня к корпусу HTC One все-таки есть, а точнее к кнопкам. Их очень сложно нащупать. Неважно, кнопку блокировки или клавишу изменения громкости, нажимать на них одинаково неудобно. Долго растекаться мыслью по древу не будем, оба телефона выглядят очень хорошо, лежат в руке приятно и имеют качественно.